Около сотни цифровых динамиков по стенам и даже на потолке. 3D-карта звукового пространства и современная аудиоаппаратура. В Большом зале кинотеатра «Владивосток» вместе с увеличенным экраном появилась новая звуковая система. Это первый кинозал в краевой столице, где создана система Dolby Atmos. Эффект, в первую очередь, для зрителей, это, ну, во-первых, есть верхнее поле звука, то есть появляется звук сверху, что отличие. Во-вторых, именно то, что называется дискретность, то есть точность звуковых элементов. Систему Atmos всемирно известная компания Dolby создала для того, чтобы зритель полностью погружался в происходящее на экране. Ощущения от такого звука невероятно реалистичные. Это новая веха в киноискусстве, благодаря которой даже привычные и знакомые фильмы вдруг вспыхивают новыми красками. Это потрясающе. Ты сидишь в зале, просто слышишь шум дождя, он как будто у тебя под ноги падает, аж мурашки по коже пробегают. Ну, это реально очень круто. Почувствовать, что такое звук Dolby Atmos, жители и гости краевой столицы могут уже сегодня. В обновленном зале кинотеатра «Владивосток» идут «Звездные войны», а завтра начинается показ «Джуманджи» и мультфильма «Фердинанд». Владимир Клюшников, Павел Филатов, «Панорама».